Здравствуйте, дорогие коллеги, партнеры, друзья, подписчики моей странички. Я ваш консультант в сфере красоты и здоровья Сергей Матлах. Провожу семинары, говорю о своей работе, о превентивных мерах, как предотвратить, как профилактировать свое здоровье. Говорю о косметологии, об аппаратной косметологии, об уходовой косметике. И это и онлайн-встречи, и это офлайн-встречи. И для того, чтобы быть более убедительнее, иметь очень хороший, понятный вид и иметь правильное понимание для вас, доносить до вас, я участвую в тренингах и семинарах. И в этой связи, в этом видео я хочу рассказать о своем опыте участия в игре, в суперигре публичной речи от Артема Пономаренко. Вы знаете, как только в первую же минуту, как только я узнал, что Артем проводит эту замечательную игру, я откликнулся с радостью, вне сомнений. Я понимал, что вот именно здесь я как раз возьму те зернышки, которые мне не хватало для того, чтобы изменить где-то что-то в себе и перейти на новый уровень развития, стать лучшей версией самого себя, именно для вас, дорогие друзья. И вы знаете, Артем собрал таких же, как я, живых, очень хороших, правильных, мотивированных людей, их было около 100. Мы получали задания от Артема, готовились, и нам нужно было выложить результат своих стараний в видеоформате в закрытой группе. День ото дня эти задания усложнялись, и я видел свои недостатки, отрабатывал их, старался, переживал, были сомнения, получится это у меня или нет, и что-то получилось. Вы знаете, с новым заданием нас становилось все меньше и меньше, и в какой-то период времени нас собралось таких очень хороших, интересных, живых, ярких людей, около 50, немножко больше. Мы каждый день, выполняя свое задание, получали обратную связь от коллег, от Артема. Он корректировал какие-то наши поведенческие характеристики, что-то добавлял, давал указания, мы исправляли, делали новое задание, все более сложное. Знаете, и мы дошли до середины игры, и уже задания были настолько сложными, настолько глубинными, что что-то во мне преображалось. Я не знаю, каким образом, как он это делал. Может, это магия его. Может быть, это просто он находил правильные ключики, правильные зерна каждому. И вы знаете, ведь успех – это замок, кодовый замок. И нужно правильно подобрать код. И Артему это удалось. Я благодарен, очень благодарен Артему Пономаренко за то, что он огромный, большой профессионал. И вы знаете, этот человек готовит спикеров радио и телевидения и подготавливает большое количество людей. Сам он необычайно, с необычайной добротой относится к каждому. И те из участников, которые проходили игру и дошли до конца, вы знаете, они открылись миру, они открыли мир в себе, они посмотрели на себя с другой стороны, в том числе и я. Вы знаете, во мне опять воспылала яркость жизненных красок, ощущение жизни. И я наполнен энергией, я вдохновлен. Надеюсь, это очень хорошо видно вам. Дорогие друзья, те из вас, которые отличают черное от белого, кто плавает в океане брулящем жизни и видит краски, и ощущает их текстуру, и чувствует на нюх, на вкус ощущение жизни, напишите, насколько вам видны мои преобразования. От меня вам сердечко и пожелание добра. Те, у которых в жизненных приоритетах, либо в качестве жизни пробел, либо вы до сих пор сомневаетесь,
Нужно это вам, не нужно. Вы хотите приобрести какие-то новые качества самого себя, перейти на новую ступень развития, либо вы еще до сих пор жалуетесь, вините себя, сдерживаете себя и не даете своим талантам, дарам раскрыться, пожалуйста, для вас Артем предлагает новое участие в игре и ссылка вверху в описании видео. Не думая ни секунды, примите это решение. Ведь читая определенные книги по психологии, может быть, вы проходите какие-то тренинги, занимаетесь тем, чтобы получить новое образование, на это уходят годы. А здесь, друзья, в течение 5 дней вы жестко ориентированы на результат. Вы ограничены во времени, вас поддерживает такие же люди, как вы, которые на вас смотрят по-другому. Вы открываетесь миру, и, возможно, те догмы, те характеристики, те определения самого себя здесь и сейчас, знаете, они отпадут за ненадобностью. Вы придете крылья точно так же, как и я. Если вы этого хотите, ссылка для участия в игре вверху под видео. Пожалуйста, принимите участие. Я вам рекомендую. Лично я вдохновлен. Лично я сейчас смотрю на себя с новой стороны. Я открыт для других, открыт для вас. Я с новой силой, с новой жизненной энергией хочу подарить вам себя. Для того, чтобы быть более убедительной. Для того, чтобы быть доброжелательней. Может быть, быть эффективнее, эффектней для вас, друзья. Ведь здоровье – это самая важная основа нашей жизни. Если вы понимаете это, то я с радостью вам могу помочь. Я открыт для вас. Я обладаю большим, просто громадным запасом знаний в области здоровья и превентивной меры, и что нужно делать, и как реагировать. Я с радостью буду вам благодарен вашим вопросам и вашему вниманию к моим публикациям. Подписывайтесь ко мне на страничке, добавляйтесь в друзья. И знаете, дорогие друзья, здесь, вот в этой игре, вот я приобрел новых друзей, мотивированных, желающих жить, раскрытые к жизни, к новым предложениям. Они, конечно же, заняты своим трудом. И приоткрыли себя и к новым возможностям, и к новым радостям в этом мире, к жизни. Я вам рекомендую, обратитесь к Артему Пономаренко, ссылка вверху в описании. Участвуйте в игре, получите свои фидбэки от людей, которые будут участвовать, от Артема. И я вам желаю продолжения субботнего дня. Будьте счастливы, открывайте себя для себя. Прежде всего, дарите себя миру. И если вы желаете измениться, и эти желания на долгое время откладываются, может быть, на понедельник, на вторник, на новый месяц, может быть, на Новый год, сделайте шаг навстречу себе, поучаствуйте в игре, и за эти 5 дней вы увидите, что с вами случится. Вы будете другим, другими, и это стоит этого. Дорогие друзья, я прощаюсь с вами, благодарю тех, кто участвовал в моем эфире. Напишите, какое ощущение сейчас от моего видео, возымело это терапевтический эффект или нет. Лично я окрылен, я счастлив и с новой жизненной силой иду работать дальше. Пока-пока, с вами был Сергей Матлак, до новых встреч, люблю вас. Вам сердечко, пишите свои комментарии, и я вам буду благодарен. Пока!